Трансляцию матча Intel Challenge представляют главный технологический партнер корпорация Intel и генеральный партнер турнира компания Asus. Скукотища. Это пингвины или ленивцы? Они хотят шоу. Будет им шоу. Ковальский готов? Вас понял. Начать операцию Рико Старт. Бинго. Смотри, что вытворяет. Вот это жжет. Миссия выполнена. Хватит улыбаться и махать, парни. Это 5! Когда на сцене процессор Intel Core i5 второго поколения, результат очевиден. Невероятное шоу визуальной производительности. Умный, и это видно. Итак, ребят, всем привет, с вами Версута, с вами Intel Challenge Super Cup 9, играет команда Na'Vi против команды Сирота, Invoker, Spectre, Doombringer, Destroyer и Antimag банятся командой Na'Vi, ну и злые дотеры из команды Сирота забанили Shadow Demon, Omni Knight, Лича, Чена и Вингу. Фурион, Бестмастер и Патма пикается командой Na'Vi. Ну и сейчас думают над своим пиком Сирота. Тем временем они напикали аппарата, ВР-ку и... Ой, чуть не упал, господи. Вы только что чуть не потеряли стримера. И шейкера. Ну что ж, те, кто не видел первой игры команды ГЦ, я... Вот, отредактирую, и на киберареновском канале вы этот вот найдете. Я там потом уточню, где и куда можно, как это все дело подредактировать, чтобы можно было как-то поприятнее посмотреть, не лазя на овнут. Но в любом случае, найдите да посмотрите. Как хотите, так ищите и смотрите. Enigma пикается у нас Na'Vi, Бэтрайдер пикается командой Сирота. Если кто не понял, Na'Vi сейчас у нас, опять же, неполным составом. Кстати, я даже не посмотрел, каким они составом. Сейчас мы глянем, что там у них происходит. Переключусь я уже на большую сценку и поехали. Так, ну, Пупей Айс Квими у нас играет вот так. Лост и Дэнди. Ну, опять же, плюс 2 стендинга. Ну, бывший игрок Na'Vi. Na'Vi 333 Гоблин. Вот так вот будет у нас датировать. И здесь у нас истребительница. Feel the Trance. Больше известный, я думаю, как Just Crazy. SRT Degenerate. Очень интересный никнейм. Ну, вот остальных дотеров, если честно, я не знаю. Вот только вот этих вот двух ребят. Только их. Остальных как-то что-то я не дозапомнил. Может быть, это тоже стендинги, кто его знает. Фонтаны не ломать только. Хорошая такая шутка сразу же от команды Сирота. Пикают они морфа, но не прибедняются. На самом деле они
так-то могут дать жару, учитывая, что Нави не фулл составом, почему бы и нет. Но сейчас они, я думаю, подготовили двух нормальных все стендингов, как вы видите, да, тут, по сути, два таких более-менее сильных дотера, ну как более-менее, два сильных дотера, вот так вот, без всяких более-менее. И в отличие от того, как в прошлый раз они спонтанно и нашли себе там двух каких-то непонятных рандомов, и потом, ну как непонятных рандомов, совсем таки понятных, но по ходу дела беда. Что это такое сейчас было? Put remake? Очень прикольно. Очень прикольно. Ну что, go RMK? Или go играть с самого начала игры 5 на 4. Чего уж там. Чего нам кабанам? Оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп. Так, ну что, Нави у нас подзадумались над своим последним пиком. Очень так долго думают. Может, кто-то кушает, пирожок доедает. Говорит, пикайте медленнее, я кушаю. Или сериал досматривает. Такой вариант тоже возможен. Так, ну я проверю еще раз стримчик. Да, вроде работает. Типа, вроде бы все хорошо. Ребят, блин, это... Я сегодня ездил, ну, анализы сдавать там от военкомата. Это просто... Вы себе не представляете. Ну, просто такая огромная очередь. Нам в военкомате такие говорят. Ну, вы когда пойдете сдавать анализы, вы там скажите, что вы от военкомата, и вас без очереди пустят. Слардер пикается командой Нави. Ну, мы такие довольные вчетвером с военкомата идем сдавать эту кровь. Ну и бабушки с дедушкой явно были нам не рады. Ну мы такие, ну типа у нас от военкомата, нам надо вне очереди. Вы бы видели эти голодные и жадные лица. Да я тут с 6 утра сижу, жду. Пошел нахрен, скотина. Мы там кое-как. И причем кровь принимает всего 1 час, с 8 до 9. Один врач с 8 до 9 там просто... Армия тьмы собралась, чтобы сдать кровь. Я не знаю, куда там всех прорвало. Ну, там куча, конечно, было призывников, но и простых смертных тоже было много. Это полный провал. И все за час. Самое в этом веселое, что перед тем, как зайти, ну, в свой кабинет, врач, когда пришел, который будет принимать, да, там, эту, кому сдавать эту кровь, просто-напросто наорал на всех. Там психопат, так, психопатка такая. Я, блин, ну думаю, вот сейчас дашь ей палец, она тебе руку отрежет. Ну и какая, знаешь, маньяк-врач. Отрезал тебе полруки. Забрал у тебя всю кровь. Так, ну что-то у нас дота не создается. Сейчас я зайду обратно в Skype. Может, тут что изменилось? Почему не хостят? Что там? Так. Просто, может, я там провтыкал какой-то разговор. Что? Я ничего не понял. А. Ясно. Ну ладно, ждем. Так, ребят, ну вы не добавляйтесь в Skype, не надо пытаться, я в Skype все равно не добавлю, уже слишком уж у меня много тут народу. Ну хотя, по сути, много народу, но все нужные ребята, поэтому уж левых я добавлять не буду, по одной простой причине, то есть я там на руки, ноги и еще кое-что могу переломать, пока буду искать тех, кого мне надо, если всех буду добавлять. Добавляйтесь в ВКонтакт, вот и все.
ВКонтакт, следите за Твиттером. Что еще надо для счастья простому дотеру? Так, все. Эрсюта вылетел по адресу, который вам не скажет. Угу. Во. Оп. Запрыгиваем на слотец. Ну тут, ребят, почти игра началась, поэтому не паникуем. Сейчас все будет. О, господи. Ну это так, ребят, что тут у нас? Так, ну мы ждем последнего игрока команды Сирота. И как только, так сразу, сразу же залетаем. Так, 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 так. Что, пожалуйста, скайпа я уже ливну. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Сейчас зайдет. Отошел. Ох уж этот. Ох уж эти ремейки. Ну ладно. Можно сходить пока за какой-нибудь булочкой, за пирожком. Встать, сделать какую-нибудь зарядочку. Я не знаю, там. Отжаться, подтянуться, если есть возможность. Если есть турничок. Я не знаю, что там еще можно сделать в перерывчике. Пойти выгулить собаку, хотя вряд ли успеете. Но тоже как вариант. Ту-ту-ру-ру. Мне вот, кстати, вот этот трек очень понравился. Я вот могу сейчас вам его включить. Прям вот жуть как понравился. That's what it means to be human. To be human is to have language, and language opens you to radically other places and times. It opens you to radical, radical notions of otherness. You literally are stuck with questioning where did all of this go. Thank you.
Так, ребят, аллилуйя, аллилуйя. Просто игра начинается. Фух, ну все. Так, сейчас я вам картиночку верну. Оп. Оп. И оп. Ну все. Сейчас ребята введут мод АП, уже ввели, уже напили. Ну и давайте пробежимся, собственно, кто на ком играет. Just Crazy, он же Feel the Trance, играет на Морфе. Истребительница Бэтрайдер, кто бы сомневался. XRSNS играет у нас VR-кой. Дегенерат. Вот такой вот у него никнейм. Не подумайте, что я там кого-то обзываю или еще что-то. На аппарате, на шейкере у нас Elighted Knight. Вот какой-то такой сильный дотер. Пупей, Фурион, Rixar, Lost, Enigma, Ice Quimi, Гоблин, Слитерс, Слизери, Гуард, Слардер, Не стой под стрелой, Дэнди. Вот так. И здесь на миди... Здесь на миде что-то такое веселое творится. По голове дали бедному Тренту. Ну, спалить у него тут ничего не получилось. Ну как, он спалил, что здесь есть Т1 Тауэр. Это как бы точная информация такая поступила от Трента. Говорит, вот здесь, там, не знаю, 200 градусов северной широты и там какой-нибудь долготы находится Тауэр. Так, ну что, ребята, не стали под смоком искать друг друга, пытать там какое-то счастье, ловить удачу и делать ФБ, да, преждевременно. Ничего у них из этого не получилось. Они даже не пытались. Так что будет такая спокойненькая, размеренная дота. Пауза у нас идет. Пупея, гоу-гоу-гоу. КЖ. Все хорошо. Че этот бот у меня не будет подспайкивать? Он меня обычно так немножко подспайкивает на этом боте, но сейчас вроде бы нормально. Ну что? Вот она у нас, чудо трипла. Будет стоять против Слардера. Вот так. Будет стоять против Соло. Соло Слардер. Ой, Рекс. Не надо. Ну вот, первое выступление моей собаки в стриме уже осуществилось. Так, здесь у нас Слардер, надо быть немножко поосторожнее, иначе... Хотя перекрыть тут у шейкера фиссуры тупо длины не хватит, но надамажить много смогли бы. Ну, тупо терпит. Терпа дота. Мод он. Пупей фармит лес. Энигма тоже фармит лес. Вот так, кстати, интересная такая страта. Здесь у нас 4-0 у Лоста и 2-2 у Дегенерата. Лучше его аппаратом, наверное, буду называть. Как-то так. Так, мне кажется, лучше звучит. Operation 2-3. Здесь у нас 4-0. Ну и на топе сейчас чуть-чуть попозже глянем. Сейчас вот глянем, что у нас тут. 2-3 Бэтрайдер и 1-4 Потма. У Дэндика крипстат похуже пока что. Но это так, только первые крипы. И по сути это не особо показатель. Это только начало. Бэтрайдер неплохо так харасит. Две тычки, больно. Потме не особо нравится, я думаю, находиться под этими маслами. Сейчас они закончатся. Ну и вот, сейчас закончились уже. Уже нормально. 6-0, 5-3, спокойная, размеренная игра, сидим и не паримся, вот так вот. Энигма с Фурионом, так, взявшись за руку, побежали сюда, и что они тут, что-то пытаются намутить, на самом деле, мне кажется, ихняя куча крипов, она сейчас вот это вот кончится, и сделать они, мне кажется, этой трипле ничего не смогут. Ну, не знаю, может быть, я не прав. У меня есть такое подозрение, что если сейчас Энигма или Фурион там высунутся, попытаются как-то гангануть, то сами тупо сдохнут. Так, ну что тут у нас Дэнди?
Вот, видите, я об этом говорил. 6-5, 7-4, крипстат уже более-менее ровненький. Становится здесь 8-1 и 8-6. Побольше заденайл аппарат. Смотрите, нападает у нас Рексар. Нападает на Operation. Топоры у него пока в КД. Хилится, ботл есть. Есть еще слейв, поэтому аппарата, в принципе, не страшно. Ой-ой-ой, подцепил. Замедление неплохо, но ну там, кстати, маны на топоры чуть-чуть не хватает. Лост бы так бы пошел бы дальше, я думаю, если бы хватало вот маны. Сейчас вот есть маны на топоры. Летающий курьер. Обеими командами просто практически одновременно приобретается. Четвертый левел себе поднял Слардар против триплы. Умудряется пока левел поднимать. Не особо получается как-то там динает, что ли. Сколько задинайных крипов? 2 задинайных здесь, 2 здесь и 6 тут. Ну, в принципе, немало задинайли, но все же Слардар свою порцию опыта получает. 12-7, тут 11-4. Лост пошел за руной. Да, ребята, Лост бежит на хосте. Бежит такой. Видит там коцанный бетрайдер. Потма такая, беспалево, Дэнди такой, хоп-хоп, ловит момент. Птички. Бэтрайдер полетел под Файрфлайм, стрела мимо. Ну и Бэтрайдер должен, по сути, улететь. Энигма, нет, вот Энигма подбегает, стан, лип, старфол, и Дэнди забирает ФБ. Вот так вот, ребят, все-таки смогли гангануть и убить. Так, на нижнем лайне там, по-моему, Слардар что-то близко подошел. По-моему, сейчас ему должны леща дать. А, ВР-ка так. Прыгает Морф, начинает блочить. ВР-ка там, ну, связать не с чем. Шейкер вообще фиссуру даже не стал юзать. Ну, потому что не перекроет, а просто впустую, видать, пожалел. Хотя, по сути, у него Clarity Potion'ов 3 штуки. Там плюс еще есть Базила. Что жалеть эту ману, вообще непонятно. Как бы, ну, не знаю, на его бы месте швырял бы эти фисурки, обработать Слардара, тем более, что у него есть только Healing Slave, он его будет тратить только тогда, когда у него там будет, ну, ХП 300, 400 хотя бы. Можно было бы подобработать. Ну да ладно, это ихнее дело. 1-0, ведут у нас пока Нави. Варте здесь на отвод, видите, перекрыт, ну, он сейчас кончится. Да и отвод, в принципе, тут не особо-то и нужен был. Так, прилетает ультимейт аппарата. Так, вейв сразу же, пауэршот, по-моему, был мимо. Или мне показалось, выживает Слардар-то, ладно. Ну, спринт врубил и в панике оттуда его удрал. Ну, отделался легким испугом, больше ничем. Ну, вот и Healing Slave ему понадобился. Здесь у нас на нижний лайн прибежал Фурион. Пупей закрыл Шейкера, и Шейкер спокойно ушел. Не особо парясь, скушал танго. Говорит, о, говорит, спасибо, деревяшки, можно скушать. Так, а у нас Слардар пошел дальше. Связали. Шейкер, третий левел. Фисурка, в принципе... Ой, перекрыл не в ту сторону. Ай, нет, хорошо, смотрите, это перекрыл. Как раз-таки наоборот. Просто шикарно ВР-ка пауэршотом освободила. Ну зачем так рано пауэршот? Можно было бы чуть-чуть подольше подождать, потому что там фисура 8 секунд держится. И, по сути, ну, аппарат ульту попал. И дегенерат зарабатывает свой первый фраг. Убив Слардара 1-1. 1-1 у нас становится счет, выравнивается. Морф тут очень коцанный. Если сейчас куда-то сюда придет какой-нибудь Дэнди. Ну, а какой-нибудь Дэнди сюда не придет. Какой-нибудь Лост тоже. Видим, да, где они все у нас находятся. По сути, бояться нечего. Но Морф все равно подхилится. Танго. Здесь тоже у нас есть хилки. Так что все под контролем. 6 минут у нас позади, и не хотят нас награждать, точнее, доставлять нам удовольствие в виде мега-экшена. Два фрага за 7 минут, это, конечно, да. Это, конечно, жестко. Так, проверяем стримчик, раз, ребят, там, если кого это бесит, никуда от этого не деться. Лучше я лишний раз проверю стрим, чем он упадет, а я буду комментировать сам для себя. Такое возможно. Но надеюсь, что такого никогда не будет. Так, Рексар, ну, с ДД Лост, сейчас подрубит его, и Тауэр, а что он не подрубает? Тауэр и так снесут, вот такой вот у нас расчетливый Лост, простой бы смертный сейчас бы потратил этот дабл дэмэдж, чтобы снести Тауэр, зачем его тратить, если и так снесем, логика предельно ясна. Так, у нас появляется здесь урна,
Шейкер, ну тут Шейкер даже тапок себе не купил, Морф купил себе кольцо жизни, тапок, базилка, 450 голды, крипста 33 на 8, крипится. Давно мы вообще не видели морфов в пике, и посмотрим, отфармит ли он свое. Здесь у нас 20 крипов, один раз в таверне побывал. Аппарат, шикарный ульт, ох, сейчас думает Бетрайдер во всю бы эту толпу бы залететь. Если бы Шейкер был пораньше, я думаю, Бетрайдер бы точно полетел туда. Он бы просто не удержался, но Шейкер поздновато пришел. Туда бы сейчас тупо Фиссуру, и Бетрайдер под Фаерфлаем во всю эту гоп-бригаду залетает и учиняет там мега-экшен. Заморозили, а здесь у нас связали ласта, но бить-то некому. Связать-то связали, а бить некому. Тут у нас тоже драка-битва. Морф... пару раз ударил Попея, ну и все. И тут у нас опять Фиссура, перекрыли не в ту сторону. Бетрайдер полетел, полетел, полетел. Два стака масел накидал. Три стрелу. Я мимо, ого! Такой вот мув небольшой сделал у нас Бетрайдер. Ну, Firefly кончается, и без Firefly там особо ловить нечего. Это понимает команда Сирота, и не нападают. Ну что... 9 минут 1-1. Морф прыгнул. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, Морф у нас сейчас затупил. Сейчас у него нету вейва. Перекачка есть. Перекачку подрубил. Что-то как-то поздновато он ее включил. Но в любом случае она его спасает. Хорошо, Морф живет. Старфол. Бетрайдер. Топоры, связка. Бетрайдер уходит на пипетки. Нет, Пупей не прощает. Пупей ультой зарабатывает фраг. Ульта аппарата прилетела. Ну, никуда она не попала. Ну что, пора сейвить. Уже почти 10 минут у нас прошло. Фрагов всего 3. Обалдеть. Каждые 3 минуты один фраг. Так что вот каждый фраг у нас на вес золота, ребят. Видите килл? И просто, я не знаю, получайте максимум удовольствия от этого килла. Потому что следующий килл будет только через 3 минуты. Примерно вот в такой динамике у нас проводится игра. На топе тауэр Нави уже снесли, сами ни одного тауэра не потеряли, и сейчас по нижнему лайну тоже ломается тауэр, и как-то команда Сирота не особо блещет и горит желанием дефить эти тауэры. Ну ладно, что, думаю, Нави не особо обламываются, снесли тауэр, получили баблишко, 2-0 по тауэрам, 2-1 счет, все пока в ихнюю пользу. Вот тут у нас лос сразу же находит Бетрайдера. Прилетает ульта аппарата. Бетрайдер словил таки лоста. Не успел лос ТП-шиться. Вот так вот, ребят. Не успевает Рексар улететь со скролла. И сейчас лос должен упасть 100%. Ну, ему тут просто тупо убежать некуда. И скролл тем более КД. Вот так лост отлетает в таверну. Что-то как-то он там походу загулял. Под инвизом Дэнди всю эту гоп-бригаду прочекал. Вылазит Айсквими. Станчик. Дэнди не высовывается. Терпит, терпит, терпит. Старфол. Дабл Старфол не проходит. Стрела попадает. Под винраном находится ВР-ка. Но спруты ее не отпускают. Говорит, спруты говорят, не надо убегать. Давай мы с тобой еще поговорим. Вот. Так, минус арморчик. Минус арморчик. Вот так вот. Я, кстати, запомнил, ребят, я запомнил, минус 8 армора на первом левеле, минус 12 на втором и минус 16 на третьем. Я запомнил, сколько с лардеру. А то, помню, я что-то ляпнул, как по-старому, да, 5, потом что-то 10, 15, что ли, что-то типа того там отнимало. И ребята, особо прошаренные, не выдержали. Что Верс, кто такой нуб, такую чушь сказал. А может и старый не так был. Да, в любом случае без разницы. Сейчас он снимает минус 8 армора. Снимает 8 армора на первом левеле. На втором 12, на третьем 16. И тут, смотрите, ловит у нас... Ой, Шейкер ультанул. Минус Пупей. За Энигмой гоняться не стали. Под тауэр он пошел, похилился. В принципе, мана сейчас будет на Фиссуру. На топе там тоже драка. Драка-битва? Да, Фиссура. О, тьфу, какая Фиссура. Конечно же, ульта от Рексара, стрела от Старфол. Дэнди забирает второй, третий фраг, Киллинг Спри. У него 4-3 счет. Ну, ни одного тауэра не сломали пока
сирота, и это, конечно же, их отталкивает назад, потому что вот тот же бы сейчас Шейкер был бы с арканами, а у него пока на арканы денежек нет. Но на самом деле дела у него хорошо обстоят, да, он там с ульты бабла немало сгреб, здесь у нас драка, минус армор, стан, забирает у нас гоблин фраг, ну и Пупей побежал дальше себе фармить. Мидас мы у него уже видели. Кстати, тут у нас что появилось? Тапок, поясок. Урну мы тоже наблюдали. Здесь в Райтбенд, Blades of Alacrity, Magic Wand, Bottle и ПТшка. Ну и вроде бы все хорошо. Вроде бы все хорошо у Нави. В принципе, не все плохо у команды Сирота. Так что интрижка еще достаточно ого-го какая. За лостом у нас тут выезжают всякие фиссуры. Пытается замедлить. И пошел. Под Фаерфлаем очень жестко дамажить. Кабан замедляет. Пытается с руки добить. Хилится лост. Замедленный. 5 стаков масел. Морф прыгает. Истребительница забирает фраг. С Бетрайдера делается у нас репликация. Шейкер под минус армором. Под урной. За ним Слардер что-то хотел пойти, потом передумал, давай бить Морфа. У Морфа есть мана на репликацию, так что, если что, он убежит. Где там? Ну, плохо, что нам не видно индикатора, счетчика этого, да? Но, в любом случае, где-то эта репликация летает. Вот она, скоро кончится, и Морф на нее сейчас должен по логике вещей... А, он не прыгнет, у него маны не хватает на это. Он вейв потратил. О, стики. Magic Wand, 6 штук там зарядов было, потратил и прыгнул. Так, тут у нас колдфиты, Дэнди уничтожил вышку и липнулся, выжил. 1300 голды у него сейчас имеется. 14-я минута наступила. Шейкер, 980 голды. Ну вот, по сути, да, Шейкер ни разу не умер. Один раз убил, там ультанул, крипов много сбрило. Ну, 7 штук у него крипов. Крипста, да, 7-5. Ну и вот на 14-й минуте приобретает себе арканы. Вот так. Ни разу, если не умираешь, то арканы, как нефиг делать, покупаются. Вот так вот Шейкеру повезло. Так, Энигма. 8-й левел. Здесь у него есть Клока, арканы, Хардреска, подстанил, Пауэршот. Тауэр все равно снесли, нечем отбивать его и... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, Шейкер у нас тут повстрял, Риксар ультанул, не пожалел, и Шейкер минус. Пойдут ли дальше? Ой-ой-ой, смотрите, хорошо, Бетрайдер зашел. Вызывается снова кабан, да ладно, что? О, хорошо, с руки добил, я думал, сейчас там Firefly не заденет. В любом случае, все хорошо для кабанды. Сирота, пошли за... Энигма, Энигма замерз, у Айсквими проблемы, здесь пытается гоблин ему помочь, Блэкхолл, хорошо, просто отличный Блэкхолл, связочка еще лучше, господи, что творят эти дотеры, один лучше другого, минус Бетрайдер, Слардер, ну, с руки, запинают, стан, умер, и здесь стрела пятисекундная не попадает, потому что пролетает, грубо говоря, над трупом, даблкилл делает у нас Пупей, 1600 голды у него имеется, куда он там тпшит? Ха, вот это ТП. Ха, что это было? Что это сейчас было? Что делала ВР-ка? Мне кто-нибудь может объяснить? Че она на него, вокруг него хороводы водила? А почему Шейкер фиссуру не дал? Вроде же стоит. Такой подумал, а все-таки дам. Ладно, так и быть. ВР-ка там хороводы водит, он стоит, смотрит. Не, короче, ничего я не понял, в чем прикол. Но в любом случае ВР-ка убили. 9-7. Счет. Яша появляется у Патмы, он же Дэнди, он же не стой под стрелой. Все подряд и все про него. Уже, че, 6-й тауэр падает, ульта аппарата, все, в репликацию там весь дэмэдж слили. Ну, как с руки, просто запинали его и все. Под айсбластом мало хп, не особо желает, не особо горит желанием нападать. Стрела прилетела, сколько у нас? 4,5 секунды, стан, минус ВР-ка продолжают нападать. Ну, фиссура не догонит колдфиты, и надо валить отсюда, иначе замерзнешь, и могут быть очень жесткие проблемы. Здесь у нас Бетрайдер отлетает, и, ну и что, неужели Морф там ничего не сможет сделать? У Морфа 1300 голдишки, юзается порча, деревья все поломались. Ну, Старфол, не Старфол, стан. Вейв у Морфа есть, потма ждет, стрела мимо, Старфол, ну, да, Старфольчик под самый конец, торопиться некуда, он пока был, а я тут хорошо, айсбласт
попал, плюс еще cold feet и упей не унес. 12-9. Вот так. 17 минут за спиной. Пожалуй, можно засейвить. На 18 назовем, думаю. Но, пожалуй, нормальное такое название. Ну и пока вот у нас есть возможность, проверю стримчик. Раз. Все работает, все хорошо, все шикарно. Ну и хорошо, что шикарно. Так, ПТС я добрал. Слардар. Тут у нас худ. Видите, хардреско. Ну и осталось всего ничего до пайпы. Мека арканы. Аппарат ВР как голенькая бегает. ПТ базилка. Ну да, грубо говоря, Петрайдер тоже голый. Да, есть у него тут почти 1000 голды, но что-то он и никуда не транжирит свое бабло, свое баблище. Я думаю, неплохо было бы купить Planeswalker Clock. Ну, добрать уже Magic Wand и Planeswalker Clock, что ли, купить. Ну, как-то вот он неплохо бы смотрелся. 1150 хп, там Magic Damage просто туча. И неплохо было бы его блокировать. 15% резиста лишними бы явно не оказались. Так, тут у нас Огаракс есть у Слардера. 11 левел у него сейчас, наверное, вряд ли поднимется, да? Или поднимется? Нет, поднялся! Вот так вот, 11 левел, арморчика теперь он еще больше снимает. Ну что, очередной сейв. 19. Ну, мало ли что. Хотя, по сути, я думаю, не стоило сейвить. Ну ладно. Мало ли, вдруг кто вылетит, а там Рошана убивали. И сейчас сирота пойдет и помешает. И потом все опять претензии, хотя я не обязан сейвить, но все же все претензии будут ко мне. И любят у нас некоторые личности предъявлять что-то. Так, тут у нас Слардар в панике от колдфитов избавился. Айсворток замедляет, не очень так приятно под ним бегать. Ну и минус 4 армора, 5 армора, 5% резиста физического остается всего-навсего у аппарата, когда на нем висят. Господи, что же за название? Damage. Короче, вот просто, я не знаю, некоторые названия скиллов, ну просто, пока выговоришь, сломаешься язык. Ну нахрен такое название делать? Странно, ребята, надо Фрогу сказать, чтобы он название делал нормальное. Минус армор, так и называл бы, минус армор. И все, че париться? Так, аппарат запуливает свой айсбласт, шейкер фиссура, дэмэджа прилетело немало, но как бы толстый слардер, у него 1.5 косаря хп, ему всего 3 хп сбрили, по сути. Был бы это Фурион, ему бы 0.5 хп сбрило. Так, тут у нас копии Дендика, Дендикса и Егиса, все у него тут четко, и ультимейт орб есть, ему осталось тут 320 монет до Манта Стайл. И будет он жесткий такой весь. Весь такой жесткий. Лост. Медалька. Лост сейчас замерзнет. Связка не удалась, но лост все равно замерз. И его никто не бьет. Смотрите, Старфол в толпу просто зашел. Стрелой попал. Юзает манту. И давай бомбить своих противников. Здесь у нас ловят Слардера далеко. Все-таки Дэнди зря так пошел. Да, он со Саегиса, моего тиммейта. Нет, Блэкхол, господи, какой шикарный пайп. Сейчас замерзнет. Энигма минус Энигма. Драка продолжается. Морф здесь живой. Будут пытаться морфа нарезать. Прямо у чужих на базе выкупается у нас Бетрайдер, там еще выкупился Шейкер. Ну, спокойно упрыгивает Дэнди. Как бы заставили много выкупов сделать, и, естественно, это для Нави огромный плюс. Хотя они там тоже понаотдавались и зря вот так вот полезли. Дэнди-то с Аегисом, это понятно, что он полез. Ему-то, конечно, не страшно. Но вот у его тиммейтов Аегиса явно нет. Смотрите, прилетает. Тут у нас пятибалка, Старфол, фиссура. И боится. Не стал что-то. Потом попередумал. Перекачивает дэмэдж. Ну и Дэндик отошел. Так, прилетает у нас ульта аппарата. Попадает. Ну, тут стак масел попал, но, по сути, догнать... Или ВР-ка поведет дальше. Эх, если бы ВР-ка пошел бы дальше, доверился своему, я не знаю, там, какому-то чувству, которое ему подсказывало, что здесь бегает Фурион. Но что-то шел, потом остановился. А сейчас
Слардер вообще тоже такой ни разу не офигевший тип. Гоблин просто в наглую пришел, топнул, убил. Ну что ж, ВР-ка-то подставилась так. Ну ясно же было, что там убьет. Топот, один удар и все. И сейчас еще с Бэтрайдером разберется под минус армором. Тычки входят просто как нож в масло. Даблкил делает у нас там просто на ровном месте Слардар. Парни просто взяли и отдались ему. Ну это беда. Морф мимо стрела. 20 на 13. Ну, сирота. Неплохо так. Неплохо так показывают нам игру, но могли бы и лучше. Я знаю, я видел их не игры, и это далеко не лучшая их игра, ребята. Так, сдаются у нас команда Сирота. Ну, полетели на следующую игру. Сейчас мы запись отрубим.